Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Вечірні зустрічі» і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Добровольці, а в останній час все частіше можна почути трансформоване з англійської волонтери. Це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Вони присвячують йому, суспільству, свій талант, час, енергію, не чекаючи винагороди. У багатьох країнах Європи, Азії та Америки волонтерство є звичним явищем. Такі люди добровільно зголошуються, наприклад, допомагати прибирати громадську територію, допомагають в дитячих будинках та будинках для престарілих, поспішають на допомогу при ліквідації наслідків стихійних лих. В українських реаліях волонтери – це добровольці, котрі займаються спорядженням українських бійців, які хоробро воюють на сході України з російськими найманцями. З одним із таких волонтерів я познайомилася нещодавно. І вже з перших хвилин нашої розмови він справив на мене неабияке враження своєю мужністю, порядністю та щирістю. Сьогодні я маю честь спілкуватися в цій студії з підполковником міліції у відставці, колишнім співробітником Служби внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України, головою Ради громадської спілки «Українська спілка Автомайдан», волонтером, котрий разом з однодумцями збирає гуманітарну допомогу військовослужбовцям та доставляє її в зону АТО на бойові позиції та на блокпости, Олександром Таргонським. Добрий вечір, Олександре. Добрий. Спасибі за те, що прийшли. Давайте знайомитися ближче. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою родину. Зовут мене Олександр, мені 55 років, у мене є жена, двоє дітей, внучка. Ну, коротше, все як положено. Я служив в міліції чистої вислуги 24 роки, по-моєму. А такої вислуги 29 років і 6 місяців. Ушов в відставку в званні підполковник міліції. Зараз займаюся волонтерством. Ви все сказали за мене. Повертаючись до Служби внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ, так? Ви підполковник міліції у відставці, як ви вже говорили, і я говорила. От чим ви займалися? В чому от полягала ваша робота? Ну, Служба внутрішньої безпеки займалась виявлением противоправных действий среди сотрудников милиции. То есть это милиция в милиции. Вот, вот так и занимался. Я 14 лет, чистых 14 лет служил в этой службе. Вот. Много видел, много узнал, много понял, работая в этой службе. Ваша така революційна діяльність розпочалася, якщо я не помиляюся, з помаранчевої революції. От з 2004 року по 2005 рік ви були виконуючим обов'язки начальника управління внутрішньої безпеки в Житомирській області. Да. От що доводилося робити в ті часи? Ви знаєте... Серйозна посада? Так, да, посада серйозна. Мені складно зараз розказувати про то, что надо было делать и что мы делали, потому что, ну, во-первых, наша служба – это оперативная служба, она идет под грифом, вы сами знаете, соцсекретно, секретно. Да, да. Но я могу сказать одно. Получилось так, что я и те сотрудники, которые были рядом со мной, поддержали на тот момент эту оранжевую революцию. И получилось так, что на гребне этой революции, по приходу нового начальника УВД, меня поставили исполняющим обязанности начальника управления внутренней безопасности. Вот. Была дана команда вывести из состава работников милиции тех, кто дискредитировал себя, что я успешно и сделал, после чего из состава УВД вывели меня. Зрозуміло. Якщо говорити от про управління внутрішньої безпеки тоді і тепер, от що змінилося, як ви думаєте? Ну, я не можу обсуждати, чим займається управління внутрішньої безпеки тепер, тому що я не знаю, я не контактую з цими людьми. Я думаю, що там порядочні, достатньо порядочні і кваліфіковані люди. Але я знаю, що коли працював управління внутрішньої безпеки в ті роки, коли працював там я,
Мы давали уголовные дела, определяли места лишения свободы работников, которые дискредитировали себя или совершали преступления. Вот. В частности, на моем счету, как если так можно сказать, есть серьезные дела и дела, которые гремели по всей Украине. Вот. Сейчас я таких дел не слышу. Реально просто не слышу. Мабуть, их немає. Я не знаю. Может, есть, может, они так засекречены, но я их не слышу, о них не говорят. Що змусило вас 1 грудня 2014 року поїхати на Майдан? Ну, я не скажу, що какой-то это был, я чесно говорю, революционный порыв такой уже сильный. Мы всю дорогу очень нехорошо относились, я и моя семья, и мои близкие друзья. С кем вы поехали? Я поехал с сыном и с, на то время моим близким очень другом Валерием Арашуняном. Почему поехал, я объясню. Меня очень сильно возмутило то, что побили наших детей. То, что Беркут избил наших детей, избил студентов. И для меня это было как бы точкой невозврата понимания той власти, которая была в то время у власти. Нельзя бить детей, нельзя бить стариков, нельзя бить детей. Нельзя, конечно, бить и других граждан, но дети – это святое. Вот поэтому я и поехал, потому что категорически был против этого. А уже потом, когда мы приехали туда на Майдан, и побывали там на Майдане, были там на Майдане втроем, мы уже прониклись как бы вот тем настроением и всем тем, что там происходило. Духом Майдана. Да, наверное, так. И уже после этого мы ездили туда, по два, по три дня мы бывали там, потому что на постоянке быть мы не могли. 16 декабря 2013 года в 2 часа ночи меня жена разбудила, сказала, что разгоняют Майдан. Я поднял Арашуняна, прыгнули в мою машину и поехали опять туда. Участвовали там, когда пытался Беркут захватить мэрию. Вот, мы участвовали именно в том, что... Я уже сам потом защищал Беркут от тех людей, которые хотели их растерзать, потому что такая была обстановка. Ну и в последующем тоже ездили. Не могу сказать, что мы были там, когда стреляли, когда, потому что мы там не были. Но чем могли, помогали. Бывали там, ночевали там. Я думаю, что это очень много для нас, для всех дало. От Автомайдан. Він народився в Києві. Згодом з'явився і в Житомирі, так? Ну, історія Автомайдану, вона починається, звісно, з Києва. І як би зараз не пытались облить грязью Булатова и там, того же Кобу, Хаджинова, Кувиту. Эти люди и правда организовали чисто уникальное движение, украинское уникальное, да. Уникальнейшее движение «Автомайдан». Я думаю, что «Автомайдан» в свое время дал большой толчок вот этой революции, достоинства, которое произошло. И эти люди, которых я назвал, и много других людей, фамилии я их не называю, они достойны уважения и достойны того, чтобы о них помнили. Потому что это и правда уникальнейшее движение. Как у нас в Житомире создался Автомайдан, я могу рассказать, знаете, как хотелось бы заглавить, взлет и падение Житомирского Автомайдана. Но тем не менее, Автомайдан в Житомире, как ни странно, организовался случайно. В перерывах между занятием бизнесом мы как-то с сыном пили кофе в Глобале и разговаривали о насущных проблемах. Не о политике, просто о проблемах. К нам подошел, я его знал ранее, его называют активный житомирянин, Федирка Андрей. Отношение к нему неоднозначное у многих. Некоторые считают его так, некоторые по-другому. Я не хочу обсуждать его без его присутствия. К нам подошел Федирка и предложил, что, ребят, вы ездили на Майдан, я ездил на Майдан. Давайте проедем по Житомиру машинами. У вас же машина есть, у меня машина. Я помню, да, это проезд. Да, проедем машинами и покажем свою позицию. До этого мы уже с Арашуняном и с моим сыном участвовали. И когда брали мэрию, тогда захватывали. Да, захватывали. И когда захватывали с помощью правого сектора с другой области областную администрацию. Вот поэтому мы, в принципе, согласились. Федирка, я позвонил Арашуняну в то время и говорю, что Валера, хочешь? Валера подъехал. И мы поехали, вот это было, насколько я помню, три машины. Машина Федирка, с ним был Нагребельный Валера. Это человек, который впоследствии был руководителем Майдана организации Русланы. Вот. Была Наташа Волынец на своей машине. И вот наша машина.
Еще был человек один, Валерий зовут, я не помню его фамилию. Вот, вот мы проехали. Поехали мы первым делом, конечно, посигналили немножко под УВД. Постояли, вызвали начальника УВД, рассказали ему все, что мы про него думаем. Попросили его подать в отставку. Вот, потом поехали в областную прокуратуру, потому что прокурор там был, по-моему, с Донецка. И тоже мы ему объяснили ситуацию и попросили подать в отставку. Кстати, порядочный человек, он до вечера этого же дня подал в отставку. Потом поехали в налоговую, там с нами не захотели говорить, мы покричали, посигналили и поехали в городскую прокуратуру. Там прокурор был в Днепропетровске, тоже попросили его подать в отставку. Он тоже буквально на следующий день подал в отставку. Вот это был первый автомайдан. Впоследствии я неоднократно звонил на следующий день, через день Федирку, говорю: Андрей, давай что-то продолжать. Но как-то Андрей немножко холодновато к этому отнесся, поэтому я начал собирать команду. Команда уже, в принципе, была, три человека. Это Валерий Рашунян, мой сын и я. Ко мне перезвонил мой когда-то партнер по бизнесу Ещенко Иван. Бывший офицер в отставке, тоже полковник. Толковый человек, правда, у нас немножко разошлись взгляды с ним. Вот. Попросил, что можно, он будет участвовать, тоже мы его привлекли. И мой знакомый, мы татуируемся вместе у одного мастера, Борейко Андрей. Вот. Я его тоже привлек. В принципе, это была реально, я не боюсь этого говорить, моя идея зарегистрировать эту организацию. И мы ее зарегистрировали. Вот так вот эти пять человек образовали вот этот автомайдан «Житомир», который был. В настоящее время... Так, чем вы занимаетесь? Ну, вы знаете, после первой поездки в АТО мы ездили на Чингар. Мы как бы собрались. И я попросил ребят, говорю: ребята, давайте заниматься сейчас не политикой, а заниматься именно волонтерской деятельностью, потому что мы видели обстановку, которая там на Чингаре. Вот, видели, как эти ребята восприняли наш приезд. И мы, в принципе, вроде бы как бы согласились. Но впоследствии, в результате разногласий, получилось так, что часть автомайдана отделилась и стала заниматься волонтерством, те люди, которые рядом со мной. А часть автомайдана чисто занимается политикой. Ну, от, это Александр, сложно объяснить. Я зрозуміла, 2-3 рази на тиждень ви буваєте в зоні АТО, так? Нет, один раз. Один раз в неделю я бываю. 2-3 раза не получается. 2-3 дні. 2-3 дні на тиждень ви буваєте в зоні АТО, так? От вивозите цю гуманітарну допомогу, адресно возите її. От скажіть мені, будь ласка, ви говорили мені у приватній розмові, що останню ви запам'ятаєте надовго. От що сталося? Ну, последняя поездка была, по-моему, самой сложной и, ну, как бы самой опасной. Хотя мы где-то уже потеряли, наверное, страх. Вот. Почему была самой сложной и самой опасной? Ну, во-первых, мы ездили с экстремалом в этом деле. Это Юлия Толмачева. Это и правда человек, который живет волонтерством. И я называю ее не человек, а называю человечище. Потому что столько, сколько она сделала, я мало могу назвать людей именно для наших солдат. Последний раз мы ехали, просто мы объехали практически все сектора зоны АТО. То есть начали мы с Дебальцево, Енакиево, там сделали то, что положено. Потом поехали на Пески, это аэропорт. Потом поехали с Песок на Карловку к танкистам, с Карловки через Волноваху на Мариуполь. В окрестности Мариуполя тоже к нашим ребятам 9-й рота 30-й бригады. Завезли мы им 5 тонн гуманитарного груза и в Пески загнали в добровольческий корпус, правый сектор, загнали автомобиль, который приобрели друзья Юлии Толмачевой и безвозмездно передали туда. Просто чем была экстремальна эта поездка? Получилось так, что мы в Дебальцево приехали, до нас того, как мы приехали, был обстрел. Мы, получилось, там были, обстрела не было, и когда мы уехали, опять был обстрел. Но в Песках уже вот этот обстрел нас застал капитально. Почему? Потому что, ну, будем говорить так, обстреляли нашу машину. Обстреляли машину во время разгрузки. Обстреляли, ложились мины рядом. Причем на машине были нарисованы всюду красные кресты. Тем не менее, корректировщик, который вел огонь по нашей машине где-то из соседних домов, корректировал этот огонь. Обстреляли и с минометов, и со стрелкового оружия.
Вот. Ну, слава Богу, я перед вами, все приехали тоже живые. Юлю мы привезли тоже целой, потому что, не дай Бог, что я считаю, это была бы вообще потеря для всех, для нас. Малейшее какое-то, либо ранение, либо что. От говорять, що зараз частіше говорять про те, що все важче і важче стає саме доставка волонтерської допомоги. Є якісь перепони? От що саме? Ну, перепони є, великі перепони. Значить, перша перепона – це непонятна позиція Міністерства внутрішніх справ, в частності Авакова. В Харкові, в Ізюмі, в Артемовске на блокпостах дежурит такое подразделение зомби, наверное, потому что его не существует. Это подразделение «Беркут». Причем они все в форме «Беркута», в краповых беретах, с этим пернатым на берете и на рукаве. А в Артемовске уже даже они вывесили огромный флаг «Беркут». Вот эти люди творят с волонтерами, я вам просто не могу передать, что. Нас обыскивают, нас унижают. Нас досматривают, заставляют раскручивать стенки кузовов наших машин, проводят личный досмотр. Все это делается без каких-либо понятых, без каких-либо оформления документов. Нас иногда отпускают, если мы даем что-то, то ли хорошие консервы, то ли вот меня последний раз затребовали кевларовую каску. Вот. А этот раз мы вообще столкнулись еще с одним подразделением. Я в интернете нигде не нашел, кому оно подчиняется. Это подразделение «СКИФ» в Запорожской области. 4 блокпоста на каждом блокпосту по 1,5 часа. На последнем блокпосту нас уже выручили солдаты, которые подошли и просто наехали на этих людей, которые досматривали нас. Получилось, что мы должны были в Карловке разгрузиться в детском доме. Мы и детям возим тоже. Но в связи с там боевыми действиями этот детский дом был эвакуирован. И мы назад везли вот это все, что мы везли детям. Там были конфеты, печенье, детские игрушки, все. Так вот эти подонки, ублюдки я по-другому назвать не могу, они резали пакеты, где были конфеты, и высыпали конфеты. Я не знаю, что они искали. Наркотики, оружие, не знаю что. И когда мой сын сделал замечание, что вы делаете, это детям. Они поставили его в позу звездочки и провели личный досмотр. То есть общупали его всего. Но чем это можно пояснить? Ну, я думаю, что... я начал об этом говорить. Я думаю, что просто, наверное, нашему правительству, нашему президенту, и же с ним те, кто у власти, невыгодно, чтобы волонтеры ездили туда, в зону АТО. Почему невыгодно? Потому что волонтеры приезжают и рассказывают ту правду, которая там есть. А правда страшная. У наших солдат, вооруженных сил наших, хотя говорят, что у них все есть, у них нет ничего. У них нет теплого мундирования, у них нет соответствующего нормального оружия. Их техника так, в таком виде, что на нее страшно смотреть, зато за 25-30 километров от зоны боевых действий стоят подразделения Авакова. Это Национальная гвардия, вот эти «Скифы», вот эти «Беркут». Я даже видел «Беркутовцев» в 2 бронежилетах. Как себя надо любить, чтобы 2 бронежилета на себя напялить. У меня такое складывается впечатление, что это заградотряды, как в 43-м году. Они все одеты в шикарную форму. У них у всех новое оружие. У них у всех такая техника, вот эта с парада, наверное, им технику передали. А вот у солдат наших... Мы были в добровольческом корпусе «Правый сектор». У людей, которые воюют бесплатно, которые воюют за идею, за Украину, я увидел, что у них там на вооружении карабины СКС. Не автоматы, карабины СКС. Это анекдот. Раритет. Да, это раритет. Реально раритет в боевых действиях. Если русские стреляют с современнейшего оружия, то, извините меня, с СКСом не сильно ты против них попрешь. Вот. Кроме этого, наше Министерство обороны выдает шикарные приказы. Вот последний приказ, который они хотели издать, я не знаю, вроде бы сейчас его не приняли, но он был. Это то, что волонтеры за 10 дней до поездки в зону боевых действий должны дать заявку, должны в этой заявке указать количество машин, номера машин, фамилии тех, кто там будет ехать, и должны разгружаться там, где будет указано Министерством обороны. Значит, в связи с тем, что вот нас в Дебальце, вот, разведчики, которые нас провожают, предупреждали, что не надо ехать в одной машине, потому что участились случаи, что пропадают волонтерские машины именно под Дебальцем, между Дебальцевым и Енакиевым. Как мы можем давать наши номера Министерству обороны, чтобы пропадали дальше наши машины? Следующее. Есть приказ в каждой боевой воинской части, чтобы командование частей
не разрешала сопровождение волонтеров. То есть вот у нас, например, принцип нашей, ну, вот среди тех людей, угу, которые ездят со мной, мы разгружаемся только на блокпостах, на передовых позициях, мы не разгружаемся в штабах. Для того, чтобы проехать... Вы везете адресну допомогу? Вы знаете, иногда адресную, а иногда мы просто едем на боевые позиции и спрашиваем, ребята, вам надо это, надо это, надо это. Для того, чтобы проехать на боевые позиции, можно же заблудиться и можно выехать там к бородатым казакам или выехать к русским. Поэтому мы всегда просим, чтобы нас кто-то сопровождал. Вот особенно я часто прошу в 54-м разведбатальоне. Вот есть ребята, будем говорить так, позывные, вот, например, Булат, позывные, Татарин. Люди, которые нас сопровождают, и люди, которые спасали нам жизнь. Поза ту поездку нас они просто вывели из-под обстрела града. Град валил по полной программе. Если бы не они, то я бы тоже перед вами здесь бы не сидел. Так вот сейчас есть приказ, который запрещает этим людям нас сопровождать. И мы вот по приезду, я понимаю, что я сейчас могу подвести этих людей, но не сказали, а нам плевать, мы будем вас сопровождать. Вот, и они нас сопровождают. Дай Бог, может, так будет и дальше. Все буде добре. Ви знаєте, нещодавно в соціальних мережах я знайшла документальний фільм нашого земляка Григорія Мустанга, добровідомої молодої людини. Він побував саме в Донецькому аеропорту і зняв оцей фільм. І також в соціальних мережах я знайшла абсолютно випадково вірш звернення до українців нашого донецького кіборга Вадима Волкова. І от мій колега Дмитро Клименко, звукорежисер Олександр Кудубовський і відеорежисер Людмила Качур все це зібрали докупи. Я просто пропоную вам зараз його подивитися, цей кліп. Будь ласка. Я прийду з війни і гляну в очі тому, хто каже, що жити не хоче, кому набридла робота, нудне телебачення, розповім трішки, що бачив я. Кому надто зимно вночі, сильна спека днем, чекали задовго таксі, а може змокли під дощем. А ми боялись заснути навіть на мить, під пострілів градів ще й гроза гримить. Та ми звикли спати під шум мінометів, чергували, щоб інші дрімнули не в наметі. Ми спали там, брате, у ямах холодних, де гріють лиш мрії і туга за домом. Бувало, що пили воду з калюш, вечеря для десятка, один підсмажений вуш. Нас не було простуд, а може й були, але ніхто і ніколи про це не говорив. Найстрашніше, до чого там звикаєш, це що кожного дня когось втрачаєш і не знаєш, а може завтра ти. Але ми звикли, ми змогли. Ми не герої, як ви говорите, там люди доріють, стають душевно хворими. Це все від війни, від великого горя, але більшість сильна, сильніша крові і болю. Ми тут, бо ви там маєте жити у спокої, ми тут, бо так само хочемо миру. І навіть коли я лежу в окопі, я ніколи не думаю про могилу. Я мрію про дім, про роботу, сім'ю, Боже, як я хочу скинути з себе броню. Допоможи, полюби життя, там де мир, там щастя, не шукай собі зла. Ось таке вражаюче відео і ось такий вражаючий вірш. От що ви думаєте, ваше враження? Знаєте, я думаю, що вони всі там герої. Независимо від того, на якому рівні і де в аеропорту вони там знаходяться, независимо від того, в якій точці аеропорту вони знаходяться, і независимо від того, чим вони там займаються. То ли охраняють дорогу, яка веде до аеропорту, то ли охраняют сам аэропорт, то ли сидят на таком объекте, как небо, или то ли сидят на таком объекте, как земля. Они герои. Герои, перед которыми я лично снимаю шапку и преклоняюсь, и готов встать на колени. Потому что благодаря им мы живем в этом государстве, я считаю, Украина, и до сих пор мы считаемся, наверное, украинцами. Честь и хвала. Існує думка, що комусь в Україні вигідно, щоб тривала війна. Що ви про це думаєте? Знаете, я по этому поводу могу сказать одно. В районе Дебальцево я обратил внимание на то, что заправки ВОК, при всем том, что там кругом разрушенные, взорванные здания, взорванные дороги, заправки ВОК красивые, ни единой царапинки, они заправляют топливом, вот, продолжают работать. Недавно, вот, когда мы ехали с последней поездки по Киеву, по объездной, я совершенно случайно увидел открытый новый магазин «Рошен». Огромный новый магазин «Рошен».
Его там не было. Вот поза те поездки, что мы ездили, его не было. Сейчас он открыт. Наверное, кому-то это выгодно, война. Потому что я думаю, что когда в стране идет война, семья президента не открывает новые магазины. А те, кто говорят, что они борются за Украину, не открывают новых заправок в зоне бойових действий. І їх заправки, наверное, розрушають борцов. В приватній розмові зі мною, коли я запитала вас, чому ви не йдете у велику політику, ви сказали, що не хочете. Да, я не хочу. Чому? Я от все жду, коли в нашій країні в політику пойдуть такі люди, знаєте, як родяться такі люди, як Шарль де Голль, или Маргарет Тетчер, или Лех Валенса. Поки я таких людей там не вижу. Поки у нас в політику йдуть люди для свого личного обогащення і удовлетворення своїх личних амбіцій. От коли я буду бачити, що там в політиці є такі люди, які йдуть туди ради людей, я з удовольствием пойду в політику і буду допомагати тим, чим смогу. Ви знаєте, на вашому місці декілька місяців тому сиділа Юлія Толмачова. І коли я запитала її про її життя там і її життя тут, вона сказала, що тут вона тільки на відпочинку. Все, що відбувається з нею такого позитивного, все відбувається там, незважаючи на те, що йде війна. От де ваше місце сьогодні, Олександре? Моє місце? Моє місце тут, в моїй сім'ї. Моє місце серед тих людей, які мене окружають. Можна я назову їх фамілію? Можна. Это Александр Машковский, это Александр Масалап, это Иван Драгальчук, это братья Игорь и Дима Новиков, это мой сын Александр, это люди, это Вадим Плис, это Игорь, я немножко волнуюсь, может, я и забыл фамилию. Вот. Это люди, которые есть моя семья, поэтому мое место здесь с ними. А там, я считаю, я не согласен с Юлей, это единственное, может, в чем я с ней не согласен. Там наша работа, обыкновенная работа, работа, которую мы должны выполнять честно и грамотно. А наше место вот здесь, вот в семье. Да, кстати, у меня двое детей и внучка. А вы не боитесь, скажите мне, будь ласка, брать с собой сына? Я извиняюсь, Игорь Горбачевский, вот я волновался, и фамилию неправильно. Сына? Я объясню почему. Я беру сына, во-первых, потому что он сам этого хочет. А во-вторых, потому что, вы знаете, столько грязи, сколько вылито на меня и на мою семью за то время, когда я в Автомайдане. Я просто доказываю людям, что есть какие-то ценности выше пристройства к каким-то бытовым ценностям. То есть мой сын едет со мной, и мой сын идет в самые опасные места. Если мне надо послать кого-то куда-то, и я знаю, что там опасно, в этой машине, в первой машине едет мой сын. И я считаю, что я поступаю правильно. В последней поездке мой сын сопровождал Юлю на небо. И был рядом с ней, когда там свистели пули. Это для тех, кто говорит, что семья Таргонских трусы и все остальное. Я не можу не задати це питання. Олександр, ви попрацювали в органах і сьогодні маєте такий екзотичний вигляд. Скажіть мені, будь ласка, як ви можете це пояснити? Татуїровки ви маєте? Так. Ну, я скажу так, в цих татуїровках я виражаю своє відношення до своєї життя. І кожна моя татуїровка, я її можу об'яснити. Що це означає? Что это означает? Щось, да, означает. Да, что-то означает. Так. Я могу сказать единственное, что у меня есть одна татуировка, я не буду говорить, какая. Угу. Я когда сильно растопыриваю пальцы, мне очень-очень начинает болеть то место. Для того, чтобы я не растопыривал. Я бы очень посоветовал моим доброжелателям и нашим политикам выкалывать такую татуировку на каком-либо месте, где это очень-очень больно. Спасибо вам, я дякую. За таку відверту та щиру розмову я дякую вам за мужність, за те, що ви сьогодні допомагаєте нашим військовим, які перебувають в зоні антитерористичної операції, будемо говорити на війні, за те, що підтримуєте їх і гуманітарною допомогою, і морально. Мабуть, це насамперед дуже важливо. Олександре, кожного разу наші гості отримують від нашої програми подарунок. Даженько, встигла написати портрет? Давай. Молодець. Олександр Таргонський. Волонтер. Олександр. Ваші враження? По-моєму, Даша чересчур ідеально мене відобразила. Я тут гораздо краще, ніж в житті. Ні. Ну все, спасибо. Спасибо. Я ще раз хочу подякувати вам за цю зустріч. І бережіть себе, Олександре. Спасибо вам, що пригласили. Спасибо вам, що вислушали. Може, щось я не так говорилось, но... Говорилось от души. Спасибо.
Олександр Таргонський, підполковник міліції у відставці, колишній співробітник Служби внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України, голова Ради громадської спілки «Українська спілка Автомайдан», волонтер, котрий разом з однодумцями збирає гуманітарну допомогу військовослужбовцям та доставляє її в зону АТО на бойові позиції та на блокпости, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма «Вечірні зустрічі». Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення і слава Україні!